Это ключевое у нас, ключевая задача, это пересечение с вопросом организации управленческой модели и с экономикой. Мы огромные деньги теряем на наших неэффективных расходах. Каждый МУП мы будем проверять, как он эффективно работает, реструктурировать. У нас не бывает ни одной недели, чтобы сюрприз какой-то не появлялся. Вот. Только расширить ситуацию с нашими профессиональными клубами, замечательными, практически руководство. У нас нет здесь проблем. У меня есть разные форматы.